голограмма в синем углу. Боец, представляющий Финляндию, Суоми, Тимо Вяноланен. В красном углу боец из Санкт-Петербурга, клуб Росич, победитель первенства Европы, Олег Янченко. Регламент боя. 3 раунда по 3 минуты. Первый раунд. Матчевая встреча. Третий бой. Санкт-Петербург, Финляндия. Синий угол. Финский боец. Тимо Вяноланен. Чемпион Финляндии. В белых шортах. Ну, в золотистых, можно так сказать, если даже по перчаткам. Понимаете, синие перчатки, разумеется. В красном углу. Красные перчатки, красные трусы. Победитель первенства Европы. Боец из Санкт-Петербургского клуба «Росич» Олег Янченко. Первый раунд позади. Перерыв завершен, секундантом покинут ринг. Росич! Росич! Росич!
Второй раунд завершен. Синюгал, Тимо, Вянуланя, Красный, Олег Янченко. Заключительный, третий раунд. Перерыв завершен, секундантом покинуть ринг. Третий раунд. Сейчас Артем Шагинян, рефери поединка, собирает судейские записки. А для награждения участников боя в ринг приглашается президент Федерации тайского бокса Санкт-Петербурга Александр Ильич Хван. Brand new track for you now. This is the time for the DJ.
Еще раз повторю, встречались синий угол Тимо Вяновалин, Финляндия, красный Олег Янченко, Россия, Санкт-Петербург, клуб Росич. Решением судей по итогам трех раундов победу одержал красный угол Олег Янченко! Награждается Тимо Вяновалин, ваши аплодисменты! И победитель Олег Янченко, Олег, фото на память!